По словам замглавы администрации Рязани Сергея Сиваконя, отопительный сезон в нынешнем году начнется раньше традиционных сроков. Уже сейчас ведутся испытания на теплотрассах и производится пуск тепла в объекты социальной сферы. Пуск отопления произойдет после испытания на температурные потери в зоне Дягилевской ТЭЦ. Они начинаются с завтрашнего дня. Они будут проходить в один этап. После этого будем открывать задвижку на соцсферу. Впрочем, проблемы с водоснабжением остаются в том числе в микрорайоне Дашково-Песочня. Жители нескольких домов из-за аварии остались вновь без горячей воды. У нас еще 4 повреждения вот этой насосной, передвижной дизельной насосной установкой, о которой я говорил. Но мы решили это сделать сейчас, а не зимой делать. Эти повреждения, они незначительны, но как бы отразилось это на теплоснабжение в зимнее время, можно только предполагать, да еще в мороз больше 15 градусов. Поэтому, ну, опять же, просьба жителей потерпеть, наверное, чтобы хорошо подготовиться основательно к зимнему периоду, чтобы зимой не делать никаких остановок. Также на брифинге Сергей Сиваконь сообщил, что изношенный тепломагистраль в Октябрьском, Железнодорожном и Советских районах Рязани, принадлежащий Рязанской теплосетевой компании, решено принять в муниципальную собственность. Сейчас, по словам чиновника, износ сетей в этой зоне составляет более 80%.